Смотрим, как здесь растут волоски на этой подмышке. Ну, тоже так же, все в разные стороны. Но здесь уже уголок весь идет вниз. Эти идут сюда. Эти волоски сюда. Тут даже серединки нет. Сюда и сюда. И здесь уже чуть-чуть вверх. Даже не вверх, а... Ну да. В общем, у них своеобразная такая форма роста. Поэтому объем большой на подмышке волос. Он получается вот отсюда идет. И аж туда, где у меня не видно даже. Вот отсюда до сюда. Все, начинаем работать. Обрабатываем. Потихонечку протираем. Стильно приторковываем. Сначала вытрем насухо, ну, насколько можно, уберем лишнюю влагу. Влага нам не нужна. Притальковываем. Талька должно быть достаточно, но не сильно много. Лишнюю мы тоже убираем. Подсушить волосы, главная задача талька. Не давать перегреться, сделать хорошее сцепление сахара с волосами. На одном месте метод шаркания. Не получилось. Один сорвался, второй нет. Теперь можно немножечко угол изменить. Чуть-чуть. Еще разок. Они выдираются по чуть-чуть. Потому что везде по несколько волосков. Так, ладно. Идем дальше. Стараюсь одним пальцем, потому что зоны эти узкие, в разные стороны, где волоски торчат, торчат. И раз. Теперь эту сторону закруглили. Протянули. Закруглили. Приподняли. Поставили. Сделали валик. Валик нормально себе работает. Он для того, чтобы приподнимать с легкостью наши волоски. Антистресс. Пожалели клиента, погладили, отвели немножко боль, если она есть. Так. Дальше. Не торопимся, поставили. Если паста не прилипает у вас, поставили и ждем, когда она подтает между пальцами и кожей клиента. Потому что между телами, скажем так, нашими телами, температура 36, она разогревает, 37 при этаже, она разогревает пасту. И резко откуда начали? Антистресс. Все. Пасту не месим, не крутим на пальцы. Паста замечательная. Чем меньше будете месить, тем лучше она дольше будет работать. Так, хорошо. Дальше здесь краешек закругляем. И когда вы все волоски по росту будете правильно удалять, каждую партию, а не просто намазать подмышку, дернуть, неважно какие куда растут. И потом начнется у вас через полгода, вы увидите эффект врастания волос. Прыщики, упырышки на подмышках. Вы должны понимать, что там растет волосок внутри. И раз. Теперь эти волоски, вот они растут сюда. Надо, значит, развернуться, встать условно в другую сторону и дергать уже в эту сторону, туда дергать. Я вот развернулась, сейчас стою совсем по-другому. Вот я отсюда стою, дергаю сюда. Смотрим внимательно. Поставили волоски там, где нет
волоски. Пальчик, где нет волос, на месте, где нет волос. Протянули медленно, поставили, сделали валик. Развернулись, по волоскам прошлись, повернули. Пасту, где нет волос, поставили. Протянули. И теперь я третий раз провожу. Перед срывом я надавливаю на кожу и резко дергаю параллельно поверхности кожи. Параллельно. Если у нас сюда будут расти волоски, загибаться, то и руку я должна делать вот так. И обходить должна эту кожу. Делать поворот, огибать, скажем так. Правильно. Теперь здесь делаем. Здесь волос уже нет в середине, поэтому я могу спокойненько так сделать. Только она не попала в тряпочку. И раз. Теперь здесь, с этой стороны сюда. Наверное, вы подумаете, что легче дернуть быстрее все кучкой большой, пятачком, всей рукой намазать и всей рукой дернуть. Это неправда, это так. Во-первых, больнее клиенту будет, когда волосок будет немножко не так. Волосок будет обламываться и застревать под кожей. Это будет видно через несколько дней, когда он начнет колоться. Либо просто выйдет раньше времени. Тяжение. Так. Здесь у меня не получается резко срыв делать. Так. Я намажу по росту. Вообще, по росту можно мазать, когда волоски сильно длинные, потому что очень больно, если они будут против роста мазаться, будут очень сильно тянуть. Вот тут я бы добавила пасты поплотнее. Она подтаяла, эта паста, и уже так не работает. Сейчас я возьму пасту чуть-чуть плотнее. Так, сейчас я взяла чуть плотную пасту, мы попробуем удалить вот эти вот волоски, которые не хотят удаляться. Паста подтаяла средняя. Просто когда в помещении прохладно, вы можете взять среднюю пасту. Но если вы видите, что она тает, то лучше добавить плотную. Я думала, что я справлюсь, но я не справляюсь со средней. Паста на подмышках должна быть плотной. Кто бы там что вам не говорил, что мягкая супер-пупер. Мягкая будет дергать за кожу, а волоски она не вырвет. Вы сделаете перепилинг, потом здесь будет шелушиться кожа. Паста сейчас плотная, еще плюс холодная. Поэтому я ставлю ее и просто держу. Потихоньку, потихоньку. Она сейчас подтает. Вот. Приподняли. На всю подмышку мазать ее не надо. Только там, где есть волоски. Еще немножко. И дело в том, что плотной пастой менее болезненно. Потому что волоски сразу срываются. Паста быстро остывает. И она не тает и не проникает под кожу, которую вы надергали. Кожа начала нагреваться. Идет кровообращение, естественно, там горячо. Вот плотная паста, что значит хорошо. Она с первого раза все сделала. Поэтому плотная паста, подмышки и бикини. Тут и волоски совсем другие. А теперь я спокойно могу почистить этой пастой там, где остались волоски. Я уже знаю, что эта паста точно их вытянет. И она не будет тянуть кожу. Будете делать натяжение.